Армыстар қадірменді көрермендер, қайырлы таң қымбатты жерлестер. Тікелей эфирде Көкше нұры таңғы танымдық бағдарламасы. Өздеріңізбен әдеттегідей дүйсенбі жұма аралығында дәл осы уақытта жүздесуді әдетке айналдырған болатынбыз. Бүгінгі жүргізуші қыздарыңызмен Айгүл Мырзағалиқызы және менің керемет әріптесім Юрий Абердиенко. Спасибо, Айгуль, очень это радостно слышать. Доброе утро, уважаемые телезрители. В эфире утренняя программа «Кукшенуры». Именно мы стараемся сделать ваш день лучше. Начинаем мы по традиции с музыкальной композиции. Я Юрий Дұрсайтасын. Бүгінгі күнімізді бастамас бұрын алдымен әсем әнге езек берейік. Одан кейін бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Внимание на экран. Қасиетті топырағы, кеңдарған даламызды. Біз бәйтерек жапырағы, асыл жер анамыздың. Туған елім, туған жерім, құт береке бақыт қонған мекенім. Туған елім, туған жерім, бір өзіңді аялаумен өтермін. Сүйем мәңгі алтын ұям. Шіркін ғажап табиғатым, теңіз көлім таулары, көрген жанды тамсандырып, көз жанарын жаулады. Туған елім, туған жерім, құт береке бақыт қонған мекенім. Туған елім, yeah.
осындай әдемі көңілді нотадан кейін енді бағдарламамызды бастай берсек болады, я, Юра? Юрий, бүгін сен жаттығу жасадың ба, таңғы жаттығу? Регуля сегодня, к сожалению, не успел, но я думаю, это можно исправить вместе с нашими телезрителями и настоящими профессионалами своего дела, на которых мы сейчас и посмотрим. Они нам помогут, подскажут, как это правильно делается. Я, Юрий, дұрыс айтасың, ендеше дәл қазір назарларыңыз экранда болсын, 3-4 тұрақты айдарымыз сіздерге арналады. Міндетті түрде кәсіби спортшылар көрсеткен жаттығу әдістерін қайталауды ұмытпаңыздар. Қайырлатан, құрметті көремендер, сіздермен бірге Тонус фитнес клубы және мен Күршат. Бүгін біз таңғы жаттығуды менімен бірге бастаймыз. Оң қолымызды белге қоямыз да, сол қолымызды жұдырықпен ұстаймыз. Және сол қолымызбен оң иығымызға дейін әкелеміз де жұдырықпен термейміз. Кеттік, бастаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Дәл солай енді келесі қолымызды ауыстырамыз. Бастаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Енді келесі жаттығуымызды дәл солай бастаймыз. Тек қолымызды жоғары қарай сермейміз. Жұдырығымызды жұмамыз, және қолымызды сермеген кезде жоғары қарай көтереміз. Бастаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Жақсы. Енді келесі жаттығуымызды, және алдында жасаған жаттығуларымыздың барлығын бірге қайталаймыз. Бастаймыз. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Қолымызды алмастырамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Шашамаймыз, қайталап отырамыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Жақсы. Енді келесі жаттығу аяққа жасалынады. Қолымыз белде, аяғымызға жаттығу жасаймыз. Оң аяқтан бастаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Енді келесі қырынан тұрамыз. Оң аяғымызды артқа жылжытамыз. Артқа аяғымызды жылжытқан кезде табанымыз жерге тию керек. Яғни былай. Қолымыз белде тұрады. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Асықпай жасаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Енді қолымызбен бірге жұмыс жасаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Енді келесі жағымызға ауысамыз. Қолымыз белде болады. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Қолымызды жоғары көтереміз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Менен бірге жаттығу жасағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Келесі кездескенше сау сәлеметте болыңыздар. Что ж, уважаемые телезрители, мы продолжаем. Я напоминаю, наш номер телефона 252505, код для регионов 8716-2. Звоните к нам в студию, задавайте вопросы, отвечайте на наши. Нам будет очень приятно с вами побеседовать. Я, Юрий, дұрыс айтады. Бүгін тікелей эфирде Көкше нұры таңғы таңдық бағдарламасы өздеріңізбен қайта қауышты. Біздің байланыс телефонымыз 25-25-05. Дәл қазір ұялы телефондарыңызды алып, бізге хабарласуларыңызға болады. Өздеріңіздің ой пікірлеріңізді, біздің бағдарламаға қатысты пікірлеріңізді білдірсеңіздер болады.
Жалпы бүгін 2-ші қараша. Қараша айы бұл күздің соңғы күні. Юрий, мне қараша келіп жетті, саған қараша айы ұнайды ма? Честно говоря, нет, Айгуль. Не очень люблю ноябрь, мне не нравится этот месяц. Вообще осень, Пушкин говорил, осенняя пора очарования. Это, наверное, только в начале осени, когда золотые листья и так далее, когда начинается слякоть, грязь, первый снег выпадает. Ну, как сейчас он уже лег, более-менее приятно. До из-за этого мне нравится. Не всегда в начале ноября есть снег, поэтому я не скажу, что это мой любимый месяц. Если честно, мне тоже не нравится. Я шыны керек, күз мезгілі көп адамға ұнай бермеуі мүмкін, бірақ әр мезгілден өзінің сұлулығын көру, сұлулығын көруге болады деп ойлаймын. Өйткені күз ол сары жапырақтарымен жаңа қысқа бастау алатын ерекше бір мезгіл болса, қыста бұл аппақ қар, яғни әр мезгілдің өзінің жағымды жақтары, көңілді тұстарын қарастыруға болады деп ойлауға болады. Тарихтағы осы күн бізде тұрақты айдарымыз бар. Ең алдымен бүгінгі тарихта қандай ерекше оқиға есте қалды екен, соны айтып өткім келеді. Юрий, білесің бе, бүгін ағартушы ғалым Ыбырай Алтынсаринның туған күні екен. Ыбырай Алтынсарин баршамызды кел балалар оқулық деп оқуға, білімге шақырған болатын. Сондай-ақ бүгінгі күн бұдан өзге тағы қандай елеулі оқиғалармен есте қалды екен, оны әлгінде айтып өткен тарихтағы осы күн айдарынан біле аламыз. Да, давайте посмотрим следующую рубрику, посвященную тому, чем еще запомнился сегодняшний день, 2 ноября, в мировой истории. И давайте посвятим ее известному ученому Ыбыраю Алтынсарину. Внимание на экран. Екінші қараша Қырғызстан мәдениет қызметкерлері күні. Қырғызстан Республикасы үкіметінің 1995 жылғы 28 шілдедегі қаулысымен бекітілген. Осыдан 19 жыл бұрын Семей университетіне ақын Шәкәрім Құдайбердіұлының есімі беріліп, университет ғимаратының алдына ескерткіш орнатылды. 12 жыл бұрын Қазақстан алғаш рет Біріккен Ұлттар Ұйымының экономикалық және әлеуметтік кеңесіне мүше болып сайланды. 74 жыл бұрын Югославияның бірыңғай үкіметін құру туралы Тито Шубашич келісіміне қол қойылды. 65 жыл бұрын Пәкістанда Конституциялық ассамблея Пәкістан Ислам Республикасын жариялау шешімін қабылдайды. 177 жыл бұрын Қазақтың аса көрнекті ағартушы педагогы, жазушы, этнограф, фольклоршы Ыбырай Алтынсарин дүниеге келді. 203 жыл бұрын ағылшын математика, математикалық логиканың негізін қалаушы Джордж Буль дүниеге келді. Екінші қараша халықаралық журналистерге қарсы қылмыстың жазасыз қалуына тойтарыс беру күні. 1903 жылы The Daily Mirror газетінің бірінші нөмірі шықты. Ну что ж, Гуля, я думаю, самое время еще раз послушать музыку, зарядиться позитивом, а потом приступить к знакомству с нашими сегодняшними гостями. Я, Юрий, бағдарлама қонақтарын шақырмас бұрын, алдымен тағы бір әсем әнге кезек берейік. Внимание на экран. Заңым әлде болу,
Құрметті көрермендер, енді Әсем әннен кейін бағдарламамыздың қонақтарымен таныстыруға болады. Естеріңізге сала кетейік, біз тікелей эфирде жұмыс атқарудамыз. Біздің байланыс телефонымыз 252505. Уважаемые телезрители, сегодня у нас один из самых музыкальных эфиров. Сегодня мы будем говорить о первом национальном музыкальном конкурсе «Баллада Осы». Я ендеше бүгінгі студиямызға келіп жеткен қонақтармен таныстырып өтейік. Хамзина Аридаша Распайғызы, облыстық оқу-әдістемелік орталығындағы жұлдыздар үлгілі ән студиясының жетекшісі. Және де Таңатар Бағдаулет, 6-шы сынып оқушысы. Бағдаулет, бұл бала осы Ақмола облысының атынан «Бала дауысы» республикалық байқауының финалисі, Ақмола облысының намысын қорғап жүрген бала. Қайырлы таң, көңіл күйлеріңіз қалай, қош келдіңіздер. Өте жақсы. Как настроение у вас? Настроение отличное. Ну что ж, я даже не сомневаюсь, что у вас отличное настроение, потому что вы уже добились таких достаточно неплохих результатов. И, наверное, Гуля, я бы хотел, чтобы наш сегодняшний юный гость, юный финалист «Баллада Осы» что-нибудь исполнил вначале, чтобы мы посмотрели на вот весь уровень таланта. Нам будет очень приятно. Арине, мен қазір туған ел деген өлеңді айтып берейін. Туған жердің бөбегіміз, туған жердің өлеңіміз. Өмірге еркелеп, көңілді өлкеде, қараймыз келелі күнге туған ел. Отаның ұланы біз жігіттер, жолымыз тұр әні нұр қиямен. Өзіңді жарлаймыз туған ел, отаның ұланы біз жігіттер. Жолымыз тұр әні нұр қиямен, өзіңді жарлаймыз туған ел. Ну, очень здорово. Вот сейчас мы понимаем, что есть все основания, почему Бахдаулет оказался в финале этого конкурса. Спасибо. Даже музыка не нужна, в принципе, да? Можно и без музыки исполнять замечательно. Бахдаулет, енді алғашқы сұрақты өзіңе қойғым келіп отыр. Жалпы, ән өнеріне қалай келдің? Қай жасыңнан бастадың осы ән айтуды? Мен өзім әрине 4 жасымнан бастаған садик кезінде, балабақша кезінде. Сосын 5 жасымда вокалға барған. Одан кейін бірақ 7 жасында вокалын шыққан, сосын қайттан келгем 10 жасында. Сол 10 жасындан бастап, бүгінге дейін ән вокалына қатысып жүрсің, вокалға. А ты помнишь свою первую песню, которую выучил? Ол «Құттықтаймын сені туған күніңмен», мама деген. Ля-ля-ля-ля-ля-ля сол. Балаларға. Здорово очень. Скажите, пожалуйста, вы как руководитель Бахдаулета, какие вот эмоции испытываете сейчас, когда ваш воспитанник стал финалистом такого серьезного конкурса? Ну, конечно, это самая первая та гордость за моего ученика, который все равно вот на этом этапе добился каких-то определенных результатов. Я горжусь. Это очень здорово, на самом деле. А в чем подготовка заключалась? Разучивали новые песни? Вы знаете, это же очень сложный процесс. Мы даже не ожидали, не думали участвовать, потому что Бахдаулет занимается в нашей студии всего второй год. Естественно, мы работали полностью над постановкой голоса. А в этом году «Баллада Осы» проходила совсем иначе, не как в прошлом году. Если в прошлом году сами наставники выезжали в областные центры и отбирали детей, то в этом году он сам принял решение, видимо, с родителями посоветовался, отправили видео с его песней, как он исполняет, туда в оргкомитет. Оттуда пришел ответ, ваш ученик от Акмолинской области проходит на второй тур. Тот тур был заочный. И пригласили не только его, прошло 5 человек от Акмолинской области, да. И получается, что это было где-то числа 10 по 12 мая, проходил второй тур. Мне позвонили, поздравили и сказали, что от Акмолинской области прошел Танатар Бахдаулет. Честь Акмолинской области будет защищать уже в октябре. Он уезжал на 2 недели. Вы с ним не ездили? Нет, потому что у меня работа, занятия. Он поехал в Сюти. Он находился в Звездном доме. Директором фонда «Баллада Осы» является Алия Назарбаева. Ну и вот можете у него спросить, как это все было. Да, вот, Бахдаулет, расскажи нам, пожалуйста, понравилось тебе? Что нового для себя увидел, подчеркнул? Мне все понравилось. Там, Мағананды, өзі Фарида апай, Әсет ағай, ана вокалдан бәрінде үйреткен, және маған күнде қолдаған. Әсет ағай өзі
күнде мен вокалға келгенде Бағдаулет Мұрза келді деп мені айта берген. Өзіңе жаңа бір тәжірибе жинақтап келдің бе бала дауысында? Сен сияқты жан-жақтан жиналған өнерпаз дарынды балалар болады. Өзіңе не алдың осы байқаудан? Не үйрендің? Осы байқаудан әрине көп затты үйрендім. Енді қалай жақсылап айтуды сосын өзін қазір айтсам бірнеше сағат өтетін шығар. А там тоже наставники какие-то работали? Да, с ними работали молодые артисты казахстанской эстрады. Они их готовили вот на сам конкурс. Если сказать о Бағдаулете, то он очень талантливый мальчик, одаренный. Мы уже сегодня Но увидели. Вы знаете, отличительная черта его, он очень серьезно относится к занятиям по вокалу. Он знает, чего он хочет. Но и самое главное, он очень пунктуальный и ответственный ребенок. И вот поехав, конечно, мы его готовили, нам задание потом прислали на лето, на 3 песни дали. Но самая тяжелая была, это песня «Деспасито». Это испанская песня. Во-первых, мы язык не знаем. Во-вторых, очень сложно было в том, что это на дыхании, это на дикции, это надо было четко произносить каждое слово. Сейчас Бағдаулет ее знает. Да, мы работали. И вот перед тем, как поехать, он в конце сентября уехал на Баладаусы. И я была довольна тому, вот то, чему мы его научили. Я думаю, что он это все там показал. А вот это вот, что касается «Деспасито», самая сложная песня, которую для лично, вот я считаю, вот как педагог. Сейчас фрагмент исполнить небольшой, Бағдаулет, можешь? Ну, буквально коротенький. Она, во-первых, очень эмоциональная, подвижная. Это нужно петь, я еще раз говорю, на дыхании. Было очень сложно, но он справился. Давай попробуем припев. Давай попробуем. Деспасито, ке орис перар тукуле деспасито, деха киде дика куца за любидо, паре киде курды синитас комиго. Деспасито, ке орис дисунар бесис деспасито, фирмас паре дете ту лабиринто, и сердце ты кирпедо де манускрито. Очень Может. Здорово, выкрыть язык не знаю. Такое ощущение, что прям по-испански говорит свободно. Долго учили ее? Прости, Игуля. Мне просто этот вопрос очень что интересует. Что? Долго учили эту песню? Да, все на незнакомом учили, все лето учили. То есть 3 месяца ушло на то, чтобы ее выучить? Не 3 месяца, 2 точно. Нам в июле же прислали, да? Вот июль, август мы работали, сентябрь чуть поработали, он в сентябре уехал. Тель жағынан қиын болған шығар? Тельді менгеру жағынан қиын болған шығар? Очень. Вот было сложно, потому что я сама этот язык не знаю. А перевод не смотрели песню? Перевод... Нет, я не смотрела перевод, мы работали на дикции. А перевод что там, на любовь, я так думаю. Моя задача была научить его правильно исполнять. Это исполнять. Я так думаю. Спасибо. Бағдаулет, сенің жаңағы дипломдарың бар екен, соны бізге көрсетіп таныстырсаң. Я әрине, мне мынау ол бала дауысына қатысқаным үшін сертификат. Мынау мен бірінші рет 10 жасымда вокалға келгенде бір между вокальный бір конкурс болған. Мен дискірке деген. Алғашқы жеңіс. Ең бірінші конкурсын. Үшінші орын алған. Бағдаулет, ты вот самое главное. Это вот для нас сейчас на данный момент вот это вот самое главное. Вот это самое главное. Это республиканский конкурс Бағдаулет, и вот он участник, финалист этого. Мы еще не знаем, кто победил. Сам гала-концерт пройдет в Алмате 8 декабря, 17 ноября начнется смс-голосование на канале КТК. То есть мы еще не знаем, кто победитель, но сам уже конкурс прошел. Бағдаулет еще будет исполнять на гала-концерте какую-то песню. Он будет, да, мы поедем 5 декабря, 8 будет сам гала-концерт. И я так думаю, что именно на гала-концерте объявят победителя. А какая песня на гала-концерте будет исполняться? Туанель. Они нам дали задание. Понимаете, мы делаем то, что они нам говорят. То есть мы своего... То есть свободы особо нет, такой выбор. Нет, свободы нет. Они нам дают задание, мы это выполняем. Спасибо. Түсінікті. Ендіше осы жерден сұхбатымызды сәл үзе тұрып, кезекті мәзір-әзір айдарына берейік, таңғы асқа қандай әзір дайындалған екен. Доброе утро, как читав. С вами я, шеф-повар Алдапусе Светлана Анатольевна. Сегодня мы с вами приготовим овощной омлет. Для этого нам понадобится яйца, брокколи, помидорчики, ветчину, сыр, сливки, зелень. Объясняем. Разбиваем 3 яйца
добавляем, взбиваем. Добавляем молоко. Возьмем ветчину, помидоры, брокколи. И нарежем укропчик. Смешиваем. Смешиваем сковородочку, смазываем маслом, ставим греться. Пока греется сковородка, мы поджарим брускетку. Дадим нагреться сковородка. Ну все, надо подождать чуть-чуть, когда они прогреются. Сковородочка прогрелась, наливаем. Чуть-чуть, и я... Опа! Шикарно! Все, я начну снимать овощной омлет. Ребят, овощной омлет готов. Приятного аппетита! Уважаемые телезрители, я напоминаю, что утренняя программа «Общее мнение». Мы всеми силами стремимся сделать ваш день лучше, позитивней и, что самое главное, добрее. Но мы продолжаем нашу беседу. Сұхбатымызды әрі қарай жалғастырамыз. Бағдәулет, сұрағымда саған қойғым келіп отыр. Ән өнеріне жаңа 4 жастан бастап ән айттың дедің, 5 жасыңда вокалға қатыстың дедің. Енді осы ән өнеріне сені баулыған кім? Яғни отбасыңда ән айтатын адамдар бар ма? Иә, әрине бар. Ол менің анам, әкем және атам. Олар гитарамен, домбырамен әрбір тойларда өлең айта берген. Яғни отбасыңда ән айтатын өнерпаздар бар, сондықтан саған дарыған болу керек. Енді алдағы уақытта сен өзіңді қалай елестетесің? Мен қазір 6-шы сынып оқисың. Болашақта осы өміріңді осы жолға арнағың келе ме, ән өнеріне? Е, әрине. Бағдәулет, вот в школе ты, наверное, вообще самый востребованный сейчас ребенок в плане проведения концертов, всего остального, везде выступаешь. Бізде тағы да мектепте Ілияс пен Диас деген ұлдар бар. Біз үшеуміз барлық жерде өлең айтамыз, басқа онша ешкім. А ты танцуешь помимо того, что поешь? Я не. А, это сейчас потихонечку это учимся, вот... да, нам немножко это сложно в планах дается, но мы стараемся. Я өз бойымнан шығара беремін ғой, қандай қалай билеу керек екенін. Биді өзің ойлап табасың. Иә. Хотелось бы еще вас спросить, вот как у профессионала, вы уже, наверное, я так думаю, совсем далеко-далеко не первый год в, скажем так, музыкальном, ну, бизнесом это не назовешь, искусстве, наверное, да, больше? Просто. Как вы относитесь к самому конкурсу «Баллада Усы» с организационной точки зрения, с технической, может быть? Как вам вообще сам конкурс? Вы знаете, мне этот конкурс очень нравится. Во-первых, тем, что не нужен никаких
финансовых затрат в том плане, что здесь же с ними работали сами наставники, певцы нашей казахстанской эстрады. А ведь каждый урок, он, я думаю, что стоит дорого, ну, я да, так понимаю. Дешево. Они жили бесплатно в звездном доме. Это бывший Бубек Сары Алпысовны Назарбаевой. Сейчас директором фонда Баладаус работает Алия Назарбаева. И там совершенно все бесплатно. Это, я не знаю, их, наверное, 5 раз кормили в день. Их одевали, и делали макияж, и прически. То есть с ними профессионально работали. Вот мне это очень-очень понравилось. Во-вторых, там были все дети, то есть каждый ребенок, один ребенок выезжал с областного центра, то есть от одной области принимал участие один человечек. И вот то есть не было столпотворения вот, такого, людей было да, очень немного. Нет, да? Их там вот сколько у нас областей, и у нас еще 2 города, Алмата и Астана. Детей, наверное, детям прививали, наверное, чувство чего? Патриотизма, дружбы, коллективизма. То есть мне этот конкурс очень-очень нравится, и я бы хотела, чтобы было побольше таких конкурсов. Ведь это объединяет, они становятся как бы послами, что ли, мира. Я бы хотела, чтобы было побольше таких конкурсов. Это очень здорово, на самом деле. А кто вам запомнился на конкурсе? На каком? Вот из участников. И вот на этом и на предыдущих вообще? Ну, как вам сказать, кто запомнил? Я их, наверное, всех запомнила, но, конечно, в первую очередь болею за своих детей. У меня в прошлом году Алтынай поехала на этот конкурс, стала финалисткой. Вот они приезжали сами к нам. Вот, и Багдаулет меня... продолжает эту добрую традицию. Кто не поедет, ну, к Кулинскому, обязательно финалист. Пришло положение, мы начинаем принимать участие. В прошлом году они сами приезжали сюда. У меня много от моей студии приняло участие детей. На финал, на полуфинал прошли 4 моих ребеночка. И финалисткой стала Алтынай Айтенова, ее выбрала сама Маржан Арапаева. То есть мы везде, где можно. Ну, это на самом деле очень здорово, это правильно. Это, я думаю, что правильно. Лучше принять участие. Дети должны расти. Да. Я ең басты жеңіс емес, ең басты қатысу дейді ғой. Қатысу арқылы тәжірибе жинақтайды, әрі өзіне алдағы уақытта үлкен көмек. Енді Аридаша Рысбайқызы, сізге мынадай сұрақ қойғым келіп отыр. Бағдаулет, әрине, сіздің алғашқы және соңғы шәкіртіңіз емес, сіздің тәжірибеңіз де көп, осы жалпы студияда, орталықта жұмыс істеп жатқаныңызға. Енді тағы біздің бір білетініміз, елімізге атақты әншілердің өзі сіздің студияңыздан түлеп шыққан болатын, мысалға соның бірі. Біздің білуімізше Кентал жерлесіміз. Одан бөлек жалпы осы уақытқа дейін қанша шәкірт тәрбиеледіңіз және солардың ішінде ең бір өзіңізге ерекше есте қалғаны қайсы? Да, в моей студии занималось очень-очень много детей. Вы назвали Кентал, и Олжас Абижанов, это и Альфия Черникова. Ой, у меня много, и Салтанат Ахметова, и Умурзаков Рустем, это и Ренат Тимир, то есть их очень много. Я каждого помню в отдельности. Но сегодня я хотела вам рассказать, наверное, о том, как мне пришлось работать с Алдиаром Ергалиевым. Многие мои коллеги, так скажем, друзья говорили, вы зачем занимаетесь, ведь он же не поет. Но вы знаете, все-таки сыграло, наверное, чувство какое-то во мне. Что я сказала сама себе, а нет, мы сделаем, он научится петь, я думаю, что у нас это получится. И вы знаете, действительно это получилось. Он тоже лауреат многих конкурсов международных. Сейчас он принимает участие в конкурсе «I'm Singer» в Алмате. Правда, об этом многие не знают, но уже показывают по 31 каналу. Ну и, конечно, Батырбаев Булат. Это ребеночек тоже очень талантливый, 7 лет ко мне пришел. Первый наш конкурс был, это, если вы помните, республиканский телевизионный детский конкурс «Айгулек». Мы 4 раза ездили в Алмату, 1 тур прошли, затем 2-й, 3-й. И в итоге он стал обладателем гран-при этого конкурса. Затем был конкурс «Аялаган Астана», это был первый конкурс у нас. Работала команда музыкальной академии, академии музыки Игоря Крутого. В частности, работала с нами Рина Арифуллина. В Астане он проходил. Также он был наподобие вот такого конкурса, как «Баладаусы». Мы находились в целый месяц, мы находились в Астане. Также с нами работали артисты нашей эстрады. В жюри сидели эстрады, артисты эстрады нашей, российской, там такие представители сидели. Я, конечно, была очень горда, что
именно победителем опять-таки этого конкурса стал наш воспитанник Булат Батырбаев. И нас автоматически пригласили на участие, принять участие в международном конкурсе «Новая волна». А вы знаете, я всегда мечтала, думала, ну как же попасть на эту «Новую волну»? Видите, как повезло, моя мечта исполнилась. Мы с Батырбаевым Булатом улетели в Киев, с Киева прилетели в Симферополь, Симферополь нас встречали, мы приехали в Ялту, а сам конкурс проходил в таком шикарном лагере «Артель». И несмотря на то, что мы не заняли там первое или второе, мы заняли седьмое место, но для меня это было очень высокое достижение, большое достижение. На таком уровне это хорошее достижение? Мы заняли седьмое место. Ну, учитывая уровень проведения конкурса. Да, конечно. Представляете, международные со всех стран приехали по одному представителю. Были, вы знаете, в основном дети столичных городов. Ну и, конечно, ну, мы не столичные были, мы с города Кокшетау, с маленького дома детского творца. Я была очень, я гордилась этим, что вот именно с маленького города, с такого центра небольшого. То, что вы туда попали, это уже большая победа. Это была очень большая победа для меня. И вот было 16 участников, и занять седьмое место, я думаю, что это было очень шикарно для меня. А во-первых, я получила очень большой урок, с нами работал заслуженный деятель культуры, наверное, Александр Давыдович Ревзин, он заслуженный режиссер. Вы знаете, это дорогого стоит. Каждый день, с утра до вечера он с нами работал. Поэтому я получила очень большой опыт. Яғни, байқауыңызша, сіздің есіңізде қалған бір емес, бірнеше шәкірт бар сияқты? Конечно. Очень их много. Бағдаулет, енді сұрағымды саған қойғым келіп отыр. Осы ән өнерінен бөлек тағы басқа немен айналысасың? Қандай хоббиің бар? Енді бірнеше уақыттан кейін анам мені бассейнге жазады. Яғни спортпен де шұғылданасың. Спорт, ән, сабақ. То есть ты все успеваешь? Багдалет, вот у меня к тебе такой вопрос. Я вот на тебя смотрю, на тебе такой замечательный костюм одет, с такими золотинками, которые замечательно блестят в свете софитов. Это на заказ все шьется или это... Жоқ, мен тәтем тік берем. Әр сахнаға шыққан сайын әр түрлі костюм кесім бе? Әлде, қанша сен гардеробында қанша костюмдарым бар? Ой, енді көп әрине. Много, да, очень? Ну, это, наверное, самый дорогой, потому самый что шила тетя. Самый любимый какой? Самый любимый ты сегодня к нам одел, да, наверное? Ну что ж, очень здорово. У меня еще один вопрос к вам есть. Касательно технической стороны вашей работы, немножко, если отойти от конкурса, вот вы сегодня нам рассказывали, как вы учили петь человека, у которого это изначально вообще не получалось. Неужели можно научить петь абсолютно любого? Я думаю, что да. Если у человека слуха нет, голоса. Я сама как педагог думаю, что да. Вы знаете... Когда я принимаю детей на занятия, вернее, в свою студию, я не смотрю на то, поют, не поют. Для меня они же приходят маленькими. Родители как говорят? Ой, вы знаете, Рида Шпаевна, у меня ребенок перед телевизором так поют и танцуют. А когда они приводят, он даже рот не может открыть. Идет очень большая работа. Это работа над артикуляционным аппаратом. Это работа над дыханием, потому что я всегда говорю, что искусство пения не может быть никак без искусства дыхания. Надо в первую очередь научиться дышать, выговаривать правильно слова. Это и эстетическая сторона, это культура пения, это соблюдение ритмического рисунка. То есть у нас это очень-очень много времени уходит вот на вот эти все моменты. И, конечно, большое внимание я уделяю еще и репертуару. То есть вы должны понимать, что пение – это не просто вышел и спел. Нет, это очень большая техническая работа. Да, я и говорю, в первую очередь это работа над артикуляционным аппаратом, над голосовыми данными. Это из урока в урок, изо дня в день мы это отрабатываем. Яғни, біз айтамыз ғой, мысалға, таланты болмасын, ән айта алмаса, одан ешқандай әнші шықпайды деп. Демек, бұл қате қағида деп ойлайсыз? Да, ну, понимаете, моя задача научить ребенка красиво, правильно петь. То есть, мою задачу не входит, чтобы он стал артистом. Нет. То есть, вы не раскручиваете человека, только учите его. Нет, я работаю над ним, как я работаю. Но есть, конечно, еще от природы же одаренные, ну, допустим, вот как Багдаулет. Мы поправляем, подправляем и начинаем готовить. А те дети, которые только начинают для себя, как бы родители хотели, естественно, мы начинаем над ним работать. Но я считаю, что это тоже очень классная работа в том плане, что это же как бы здоровье оберегающая работа. И такой вид процесс. Это работа над легкими, над сердцем. Вот у меня был такой диагноз, порог сердца, дырочка была. Я вначале не понимала, что это такое. Оказывается, вот эти наши все упражнения,
все наши распевки сыграли большую роль. Через какое-то время у нас убрали этот диагноз. Совершенно. То есть это еще и полезно заниматься? Это очень полезно, да. Представляете, в каком я была состоянии, когда позвонили и сказали, что доктор снял этот диагноз, он здоров. И сам доктор пришел к такому выводу, что вот эти все занятия укрепили мышцы. То есть и внутренние органы полностью развиваются за счет того, что постоянно конечно, нагрузка. Представляете, нагрузка, постоянно нагрузка. Работать, да. Ну, это в первую очередь. Во-вторых, это красота, это всегда человек в настроении. Понимаете, дарить радость другим людям, это же очень здорово. Да, ну все исполнители, они говорят о безумной энергетике, которая охватывает человека на сцене, когда он выступает перед аудиторией. Естественно, да, мы над этим работаем все время. То есть мы все время в работе. Да, давайте посмотрим на то, что же еще полезно. Внимание на экран. Кекушинкан каратэден өткен қалалық турнир екі санатқа бөлінген. А санатындағы балалар мен жасөспірімдер каратэға енді келген, яғни бір жыл көлемінде ғана шұғылданып жүрген өрендер. Ал Б санатындағылар екі және одан да көп уақыт бойы кекушинкан каратэмен айналысып жүрген спортшылар. После этого турнира наши воспитанники будут. Бүгінгі додадан іріктелгендер облыстық байқауда бақ сынайды. Одан өткен спортшылар республикалық сайысқа барады. Осымыздегі жылдың 90 айында Талдықорған қаласында өтеді деп жоспарланып отыр. Яғни дайындық жұмыстары бүгіннен қызу өтіп жатыр. Қалалық турнирде бақ сынаған үміткерлердің жас ерекшеліктері 4 пен 16 жас арасында. Кішкентай спортшы атлет Талғаттың кекушинкан каратэмен айналысқанына біршама уақыт өткен. Бүгінгі додада жеңіске жету оның басты мақсаты. Мен каратэмен 3 жылы айналасамын. Мен үшінші мектепте оқимын. Қалалық турнирге барлық спортшылар үлкен дайындықпен келген. Шапшаң мықты деген балалар, шапшаң әрі мықты деген балалар мен жасөспірімдер іріктеліп, енді олар облыстық, кейін республикалық жарыста бақ сынайтын болады. Құрметті көрермендер, естеріңізге сала кетейік, тікелей эфирде Көкшенұр таңғы танымдық бағдарламасы арнамызға жаңадан қосылған көрермендерге тағы да қайырлы таң дейміз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз бала дауысы, новые голоса, яғни еліміздегі тұңғыш ұлттық ән байқауы жайында әңгіме өрбітудеміз. Және бізде қонақта Бағдәулет Таңатар, 6-шы сынып оқушысы, Ақмола облысының намысын республикалық деңгейде қорғап жүрген бала. Бұл Бағдәулет. Осы бала дауысы республикалық ән байқауының финалисті және оның жетекшісі Аридаш Жарыспайқызы. Ну что ж, у нас еще есть к вам несколько вопросов. Бахдаулет, расскажи нам, пожалуйста, сильно ли ты переживал, волновался, может, боялся чего-то, когда выходил на сцену? Мен үшін керек өзім мүлдем қорықпадым. Бір финалистер болған бізде, финал болып жатқанда, олар маған айтып жүрген, Бахдаулет енді не болады қазір? Мен қорқып жатырмын, қазір финал басталады ғой деп. Мен оларға айтқан қорықпаңдар деп. Өзім ештеңеден қорыққан жоқпын сол кезде. А был настрой, что вот сейчас пойду и всех выиграю? Әрине, сондай настрой болған жоқ, өйткені бізге анда үйреткен, что не самое главное не жеңіс емес, жай. Самое главное участие. Жай участие, сосын достық. Я басында барлық. А много друзей нашел? Я анда барлық 19 баламен достасып кеттім. Олар өте жақсы балалар екен. И сейчас продолжаете общаться? Не. Переписываетесь в интернете? Я күніне бір кем болмаса 4 рет звандаймыз бір-бірімізге видеозвонокпен. Это замечательно, новые технологии дают нам возможность общаться с друзьями даже на расстоянии, да? Аридаш Жарыспайқызы, жаңа сөз басында айтып өттік қой, сізді осы жұлдыздар үлгілі ән студиясының жетекшісі деп. Енді осы студия жайында бізге аз кем ақпарат беріп өтсеңіз. Вокальная студия «Жұлдыздар» была создана в 1995 году. Это 23 года уже студия. Да. Это еще то время наш учебно-методический центр назывался «Домом детского творчества». В 2013 году Министерство культуры нам присвоило звание образцовая студия, вокальная студия «Жұлдыздар». Это 17 лет была студия. Я просто хронометраж пытаюсь вычислить. Да, да. А в 2015 году мы отметили свое 20-летие. Приехали все мои выпускники,
вот кроме Кентала. Ну, продолжаем. Через 2 года, нам вот уже 25 лет. В студии занимается у меня порядка 85 детей. 2 группы первого года обучения и 3 группы второго. Я работаю по программе по развитию вокальной способности детей. То есть у меня была своя авторская программа и такая образовательная программа, по которой мы работаем. Я как педагог хочу сказать, что у каждого педагога есть свои педагогические тонкости, о которых знает только он сам. И вот работаем, потому что я люблю свою работу. Вы сколько уже этим занимаетесь, если не секрет? С детьми? Да. Вот я вот с 95-го года. С 95-го года? 23 года я работаю. Вот как я... Безотрывно. Создала эту студию, так и работаю в этой студии. Никогда не было желания что-то поменять, заняться чем-то другим? Нет. То есть вы настолько любите свою профессию, что 23 года ни разу даже мысли такой не возникало? Да, я жду нового дня, что я опять зайду в свой кабинет, и мне навстречу будут выбегать мои дети, которые обнимают, целуют и ждут, они раньше меня приходят. И вы знаете, вот это вот, что опять я встречусь со своими детьми, и опять мы окунемся в мир вечного, в мир прекрасного. Меня вот это всегда радует. Я люблю свою работу. Вот вы сказали, что у вас нет задачи раскрутить артиста, сделать из ребенка артиста. Нет. У вас есть задача научить его петь. Правильно. Моя самая главная задача, вот правильно, научить красиво и правильно петь, но еще, конечно, чтобы он всегда оставался человеком. А никогда не было желания вот все-таки создать артиста настоящего, довести проект до конца? То есть, когда ребенок — это уже не просто ребенок, не просто исполнитель, он становится вашим проектом, скажем так, и вот вы его продвигаете до самой верхушки шоу-бизнеса. Да, конечно. Когда я чувствую, что, вот, допустим, вот начнем с Обижанова Ужаса. Вот мы побеждали во многих конкурсах международных. Это и Италия, и Испания, и Франция, и Япония. Где только этот мальчик занимал места. И сейчас он поет у нас в Астане. Я думаю, что мы из него слепили артиста. Понимаете, до определенного уровня довожу. Это вот он закончил школу там. Но еще если заниматься в музыкальном колледже, они все равно прибегают к нам на занятия. А дальше уже, дальше они сами. Я только единственное, что я переживаю, молюсь и всегда желаю на расстоянии, чтобы у него все получилось. Спасибо вам огромное. Мы, в свою очередь, всем сердцем надеемся и верим, спасибо, что у тебя все будет хорошо, что ты на самом деле станешь победителем этого конкурса. Будем ждать гала-концерта, смотреть его. Спасибо. Спасибо вам большое. Мы сейчас... Узерымыздың ой пікірлеріңізді, зғат лектеріңізді білдіріп өтсеңіздер, вот. Енді бәріне де рахмет, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Алмаңыздар. Дорогие кукштавцы, я хочу вам пожелать хорошего настроения. Пойте всегда, везде. И не забывайте о том, что 17 ноября у нас будет смс-голосование на телевизионном канале КТК. Болейте, переживайте за нашего Бакдаулета. Мы, в свою очередь, тоже обязательно примем участие в телевизионном голосовании. Будем надеяться. И будем надеяться, что все-таки победа ждет Бакдаулета. Спасибо. Спасибо вам огромное. Ну что ж, уважаемые телезрители, я предлагаю в честь нашего замечательного исполнителя и его руководителя послушать очередную музыкальную композицию. Я қымбатты көрермендер, ендеше назарларыңыз экранда болсын. Кеттік шымады бұл. Сен келім болсаң инабатты, үлкендерді сыйлағатты, әулет деген ғимарат. Көргетесің сенеміз Сен дайындайсың тамақ түйіп Қарамайсың қабақ түйіп Жүгіресің қалат кейіп Шымсағандай енеңіз Инабатты, үлкендерді сыйлағатты, әулет деген ғимаратты, көргетесің сенеміз. Сен дайындайсың тамақ түйіп, қарамайсың қабақ түйіп, жүгіресің қалат кейіп, жұмсағандай енеңіз.
болып сен осы әулетте қаласың. Төркінге сирек барасың. Жан-жағыңда қас-қабағын бағасың. Баланы да сен табасың. Сен келін болсаң инабатты, үлкендерді сыйлағатты, әулеттеген ғимаратты көргейдесің сенеміз. Сен дайындайсың тамақты үйіп, қарамайсың қабақты үйіп, жүгіресің қалат кейіп, шымсағанда енеңіз. Болсаң инабатты, үлкендерді сыйлағатты, әулеттеген ғимаратты көргейдесің сенеміз. Сен дайындайсың тамақты үйіп, қарамайсың қабақты үйіп, жүгіресің қалат қиып, шымсағанда енеңіз. Айгуль, мы с тобой уже не первый год ведем эту программу, и в ходе каждого эфира узнаем много нового. Я предлагаю, чтобы что-нибудь новое узнали и наши телезрители в ходе сегодняшнего эфира. Я, Юрий, дұрыс айтасын, сенімен толықтай келесем. Әр эфир сайын түрлі қонақтармен танысу арқылы бізде өзімізге жаңа қасиеттер аламыз, жаңа мінездерді үйренеміз. Енді келесі кезекте сіз білуге тиіссіз, Айдара. Бұл біздің көрермендерімізге арналған Айдар, яғни түрлі лайфхактарды ұсынамыз. Смотрим о том, о чем вы должны знать обязательно. Бүгінгі айдарда біз өздеріңізге қызықты лайфхак ұсынамыз. Видеоны мұқият қарап, кәдеңізге жаратыңыз. Уважаемые телезрители, думаю, что вся сейчас показанная информация для вас окажется очень полезной. Да, Игуля? Рубрика, на самом деле, очень замечательная, всегда полезная, всегда о том, о чем вы должны знать обязательно, без исключений. Ну что ж, мы продолжаем. Я бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Студиямызға келіп жеткен екінші қонақтарымызбен таныстырып өтейік. Бізде студиямызда қонақта бала дауысы ұлттық ән байқауының өткен жылға қатысушысы, 6-шы сынып оқушысы Айтенова Алтынай, және де осы үлгілі музыкалық студия, жаңа айтып өттік, жұлдыздар үлгілі музыкалық студияның музыканты Болатов Сабыр. Студиямызға қош келдіңіздер. Добро пожаловать, как настроение у вас этим утром? Очень отлично, очень хорошо. Время еще ранее, еще даже рабочий день не начался, мы уже начинаем с вами нашу сегодняшнюю беседу. Алтынай у нас финалистка прошлого конкурса, прошлогоднего конкурса «Баллада осы». Алтынай, как впечатление от конкурса? Мен конкурстан әсер алдым, өте көп білдім, енді мен тек қана қалға деген мақсат. Енді бұлтыр қалай қатыстың, жаңа жетекшің айтып өтті, Маржан Арапбаева өзі сені таңдап алды деп. Бұлтырға байқау жайында қандай естеліктерім бар, соны айтып өтсен бізге. Мен естелік, біз Алматы аренада дайындалған болатынбыз. Сонда біздің тәлімгерлеріміз бізге келетін дайындалуға. Сонда біз тәлімгерлерімізді қатты күттік. Сосын мен Маржан Арапбаеваны қатты күттім.
Сосын ол келгенде, оның бойы кішкентай екен, соны байқадым, сол менің есімде сақталып қалды. Спасибо, Алтына. Сабыров, вы музыкант студии «Жұлдыздар». Расскажите нам, пожалуйста, в чем заключается ваша работа? Ну, если преподаватель по вокалу Арида Шпайна, она начинает, как эстетическое, она говорила, направление, распевка, упражнение над дыханием, то моя часть, техническая часть, ребенок, когда приходит уже в студию, он как бы уже начинает знакомиться с техническим материалом, то есть начиная с композиции музыкальной, с прослушивания, а далее уже ознакомление с микрофоном и уже запись, это плюсовки, и мы уже прослушаем ребенка. При прослушивании композиции, плюсовки, мы уже даем где-то ребенок, где-то на тональность, где-то ниже пошел, где-то выше, и уже в этом направлении мы уже дальше работаем. То есть ваша задача это почувствовать, заметить, да, 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 и исправить? Да, да, да. Да, да. Угу. Ну, всю техническую часть именно. Вплоть до выхода уже ребенка на сцену. Это все ваша задача? Это все моя задача. Там же тоже эстетическая составляющая. Как выйти, что да, сделать? Да, это да, все... да. Ну, это мы вместе с Фаридой Шпайной как раз над этим. Вас всего двое в студии? У нас двое в студии, да. Вот вы вдвоем всю эту работу на себе, да, скажем, да, так, тащите полностью? Да, да, да. И эстетическая, и техническая, все, вот, что связано с вокалом, именно мы вдвоем. Все. Вы, видимо, очень любите детей, очень любите работать. Я очень люблю детей, потому что, наверное, это мое. Мое призвание, наверное, моя стезя, поэтому я без детей жить не могу. А балалармен жұмыс істеген қалай? Қандай да бір қиындықтары бар ма? Ну, это хорошие, наверное, трудности, такие приятные трудности. Потому что ребенок, он все равно же индивидуален, и он талантлив от природы. И мы не стараемся эту природу, наоборот, закрыть, мы, наоборот, его раскрываем, эту природу. И чтобы ребенок чувствовал себя как дома. Где-то, конечно, ребенок заплачет, где-то что-то такое. Мы вот как-то с нежностью, с любовью подходим к ребенку. Очень здорово. Если все педагоги были такими, как вы, я думаю, наша система образования бы преобразилась до неузнаваемости. Ну, вот так по-другому никак не получается. Ну, это результаты же и говорят о том, что вы с душой подходите к своему делу. Да, да, конечно. Не каждая студия, думаю, может похвастаться, да, двумя финалистами. Не только с душой, но и с сердцем. Лауреаты международных конкурсов и так далее. Да, у вас да, 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 обязательно. Хороший результат. Обязательно, обязательно. Енді сұрағымда Алтынайға қойғым келіп отыр. Алтынай, былтыр мен қатыстың бала дауысы, осы байқау саған не берді жапы? Қандай қасиеттерді бойыңа сіңірдің? Не үйрендің? Мен өте көп вибрациялар істей аламын қазір. Түрлі қиын өлеңдерді айта аламын. Осы менің ойымша бүкіл конкурстан қатысқаным ол айтады ғой, басты жеңу емес, әсер алу. Сол мен осы бала дауысы конкурсынан әсер алып, осында енді дауысқа осындай дәрежеге жеттім. Сен де осы байқаудың финалистісің. Иә. Yeah. Енді өзіңнің мадақтамаларың мен дипломдарыңмен таныстырып өтсең. Бұл анау жылғы менің дипломым, бала дауысы 2017. Мен осы 2017 жылы қатысқан болатынмын. Мен ұлттық бала дауысы 2017 балалар ән байқауының лауреаты атандым. Бұл кубок. Это дуэт, когда еще есть? Да, это кубок с названием «Меня». Гравировка все полностью, здорово очень. Вот. А это когда мы победили на кастинге, это давалось нам, чтобы мы «Жұлдызды», и вот здесь написано. И соған бізге билет берді. Это как бы своего рода сертификат, да, такой, да, на, да, получение билета и участие в конкурсе в дальнейшем. Енді Алтынай саған қол қалсақ, қонақ кәде сұрасақ, дәл қазір қандай ән орындап бере аласың бізге? Мен «Назбит мельтайм» деген әнді орындаймын. Ты плыл в небесах, но был спущен на землю, и раненый в сердце мечтаешь о цели. Но это уловка, всем битым знакома, в любви без страховки живут миллионы. Миллионы нас бьют, мы летаем, от боли все выше, крыло расправляя над собственной крышей. Нас бьют, мы летаем, смеемся и плачем, внизу оставляя свои неудачи. Все? Очень здорово. Ты с этой песней выступала на конкурсе? Да, я участвовала с этой песней в Астане в Убунту, который конкурс такой.
Это какая часть была конкурса? Это финал? Другой конкурс, да. Нет, это был такой, ну... Это вообще другой конкурс? Это, да, другой конкурс. Я этой песней участвовала. Очень здорово. Что заняла в том конкурсе? В том конкурсе я, к сожалению, ничего не заняла, но я, опять же, ну, стала лауреатом того конкурса. Это очень здорово, на самом деле. То, как ты поешь, вообще, это удивительно. Для меня, как человек, который к музыке и к пению имеет вообще самое опосредованное отношение, меня всегда удивляют люди, особенно дети, которые способны так играть своим голосом. Это просто, для меня это всегда шок. Да, даусы бір баланың емес, ересек адамның даусына жақсы қысайды екен. Алта тағы даусында бектерден көріне беруіне тілектеспіз. Сабырға сізге сұрақ қойым келіп отыр. Жалпы музыкант бұл кадр сұртындағы мамандардың бірі деуге болады. Мысалға біздің саланы айтатын болсақ, журналистер, жүргізушілер, олар үнемі экранда жүреді, яғни халықтың назарында жүреді. Ал бірақ кадр сыртында қаншама мамандардың еңбегі жатыр. Мысалға режиссер, инженер, дыбыс режиссері болсын, оператор болсын, олардың барлығы кадр сыртында көп көріне бермейді. Бірақ жаңағы айтып өткенде еңбегі орасан. Дәл сол сияқты сізде кадр сыртындағы маман деуге келеді. Енді осы ретте музыкант мамандығын қалай таңдадыңыз? Және неше жыл болды осы салада істеп жүргеніңізге? Ой, этот, наверное, путь такой, я не знаю. Ну, наверное, сразу у меня творчество, наверное. Потому что я без творчества никак, наверное, себя, наверное, и не увидел. А сами поете? Я, да. Когда есть какой-то... Ну, вот даже с Алтынай мы как-то участвовали в конкурсе «Две звезды». Угу. Мы там тоже первое место взяли как раз. А у вас есть какие-то любимые песни, которые вы сейчас готовы исполнить? Ну, фрагмент какой-то. Вот как Алтынай нам спела немного совсем, вот что-нибудь. Ой, даже сейчас... Я просто обожаю музыку. Все так в голове. Я даже не знаю, ну... Столько песен, потому что... Давайте мы сейчас буквально на несколько минут прервемся. Вы вспомните как раз, и после рубрики мы вас послушаем. Хорошо. Ендеше назарларыңыз экранда болсын, элегиялық этюдтер. Қаланы қопардың да, шайқадың да, бірақ бақыт таппадың, байқадың ба? Бақыт деген қалаға барған жоқ қой, бақытты болғың келсе қайта ауылға. Бақытты біреу едің жалпы адамның, артығын табамын деп арқаландың. Сен қалаға кеткенде бақыт деген қасында қалған еді қартанаңның. Бақыт қалған ауылда, саман үйде, қалды ол сол әуелгі бала күйде. Бақытыңды іздесең ауылға кел, бақыт әлі ауылда бар әрине. Иә, бақыт қалаға бармай қалған. Ауылды бақыт кие алмай қалған, ал сен оны қаладан іздедің ғой қараш, өмір деген қандай жалған. Салмағы сағыныштың ең ауырма, сағынсаң, келсеңші енді кел ауылға, бір жола келмесең де тым құрыса, келсеңші, тынығуға, демалуға. Тастада жұмысыңды, сауығыңды, келіп бір қуантсаңшы ауылыңды, көлігіңді көрсету үшін келме, көру үшін келенді, бауырыңды. Сен ауыл күтеді аласыға, келе жатқан шығарсың шамасы да. Қолыңда бір кәмпиттің артық болса, алып кел ауылыңның баласына. Қаладан үй салсаң да қанғасына, ауылыңның үйіндей барма сірі, бір шеден артық болса ойланбастан әкеліп қақ ауылдың ауласына. Ауыл солай бетте қалу керек, сол ауылға ерінбей бару керек. Адамның кіндік қаны тамған жерге маңдайының тері де таму керек. Қадырын туған жерден сеніп білші, елге қарай өзіңді еліктірші, ештеңе бермесең де ауылыңа сәлем беріп кетуге келіп тұршы. Жай қалып жатыр әйгілі Алатауына. Тікелей эфирде Көкше нұры таңғы танымдық бағдарламасы, ал арнамызға жаңадан қосылған көрермендерімізге қайырлы таң дейміз. Біз тікелей эфирде жұмыс атқарудамыз. Біздің байланыс телефонымыз 25-25-05. Бізге хабарласып, бүгінгі тақырыпқа қатысты өз ой пікірлеріңізді білдірсеңіздер болады. Ал біз сұхбатымызды ары қарай жалғастырамыз. Да, ну что ж, мы продолжаем. Я помню, что вы нам обещали что-то исполнить. Вот вы сказали, что вы вдвоем с Алтынай пели песню. Может быть, сейчас ее?
Асқар тау дархан жерім бар, дариға өзін көлім бар, көкті жел береген, елім бар қошақ екен. Көгімде алтын күнім бар, жүректе өшпес сенім бар, тек жарқын келешеке, татулық пен бірлікте. Мәңгілік ашық аспан, мәңгілік асқақ арман, мәңгілік бізді қосқан, мәңгілік ел. Мен, сен, бәріміз, жарысқан бірлігіміз, ұмтыламыз бейікке, қуатымыз бірлікте. Мен, сен, бәріміз, жарасқан бірлігіміз, ұмтыламыз арманға, ұмтыламыз тек алға. Очень да, классно. Я вообще очень люблю дуэт, ему понравилось? Да. Здорово, очень, да, как дуэт он поет, вообще супер получается. Ну, вот действительно две звезды. Прям вас очень приятно слушать. Почему именно эта песня? Ну, она такая, песня актуальная. Динамичная, да, очень? Да, она и динамичная такая, и, как бы сказать, в сторону молодежи, и вообще, чтобы подъем был, да, подъем вот прям духа, вот, энергетика и патриотизм, и она вот, а современность идет такая вот, это все заложено. Сейчас, когда Алтынай исполняла, я заметил, у нее прям было желание двигаться начать, да, тебе прям танцевать нужно, она сидит прям, вот ей не хватает этого движения. У всех певцов, мне кажется, так, да? Анчилер, она в Хангизе, в Берорнде, Танш Травма, где-то Билли Огирексе. Да, конечно, сама композиция, она именно подразумевает. Да, да, босса, я, да, подталкивает на это. Алтынай, какие еще конкурсы предстоят в ближайшем будущем? Еще где-то будешь принимать участие? Мен аламандық болса, ноябрьдің 31 күні Астанаға барып, Шабыт жұлдызы деген конкурсқа қатысайын деп жатырмын. Ол конкурста кастинг болған, ол июньда болған кастинг. Сонда бірінші орын алғандар телевизиялық шоуға барады. Сонда балалар гран-приға таласады. Соның ішінде бірінде мен қатысамын. Мен ол конкурста Назбек Мүлтайым жаңағы айтқан өлеңді айтатын боламын. Это уже песня опять пишет. Да. Жеңіспен оралуыңа тілектес, бұл. Да, будем надеяться, что у тебя все получится, что победа у тебя, ну, не уйдет от тебя далеко. Ну, первое место в кастинге – это уже большое достижение. Да. Какая подготовка сейчас ведется к конкурсу? Сейчас мы подбирали вот эту вот песню, и вот эта песня нам показалась, как будто она идеальная, как можно сказать. Для этого конкурса. Да, для этого конкурса она подходит, и поэтому мы выбрали. У меня вот такой вопрос. Сколько раз исполнитель исполняет песню перед тем, как попасть на конкурс? Он постоянно поет одну и ту же песню каждый день? Да, потому что она такая кропотливая работа. И тем более, это же не просто так, распевка вообще. И надо показать характер этой песни. Надо как-то полностью разучить эту песню. Там пока до автоматизма не дойдет, то есть нужно же автоматически уметь ее исполнять. Ну, автоматически, может быть, и нет, но чтобы оно как-то в сердце, в душе это все вот. Чтобы не забыть слова, не забыть ритм, ничего не забыть, чтобы это все прям уже в подкорке отложилось. Да. Сколько песен вы сейчас знаете? Ой, очень много, наверное, потому что мы вот с детьми занимаемся, и каждая песня, она остается внутри, и уже, и каждый год, когда вот приходят новые дети, уже эти песни все равно мы, опять же, повторяем с детьми, чтобы развивался ребенок, и вот как раз это, у нас столько песен, что... А какую музыку вы слушаете сами вообще? Ну, вот в свободное от работы время, вне работы. Свободное время. Вот интересно, вот музыканты редко слушают те песни, над которыми они работают. У вас да, так? Или как-то я соглашусь с вами, потому что на работе, да, это одно, а свободное время, наверное, скорее всего, человек отдыхает от этого, чтобы прийти уже с новыми силами опять на работу. Вот какие это жанры? Даже если вы скажете, что это тяжелый рок, я не сильно удивлюсь. Да, я разносторонний человек. То есть тяжелый рок все-таки? Да, потому что нужно именно музыканту что-то, он увидит или услышит с разных жанров. Да, жанров этих композиций, да. И что-то он оттуда возьмет или оттуда. С тяжелого рока что-то какая-то будет изюминка, он оттуда возьмет. С классики что-то возьмет. Вот. Что-то, вот, потом так. Получается такой. Да, все это собирается, да, это в голове все собирается, и уже даже вот когда делаешь, обрабатываешь плясовку, уже идет фантазия.
то есть вот столько всех песен, и вот как раз выбираешь, и все это уже собираешь. Обработка, сведение звука много времени занимает? Да, да. Ну, это смотря от, опять же, от характера песни, от того, как ребенок спел именно. Әннің қиындығына байланысты, да? Да, да, да. Енді осы ретте Алтынайдың алғаш келген күнісін есіңізде бар ма? Да, она пришла так, наверное, внезапно в 2016 году. Вот я говорю, как раз мы уже искали ребенка, наверное, девочку, чтобы участвовать именно в конкурсе «Две звезды». И у нас был как раз маленький такой кастинг с нашей студии. И пришла Алтынай как раз. И я говорю, вот как раз Альдош Пайна, мне вот понравилась эта девочка, так как я как раз меня уже выбрали, и мне нужно было и выбрать себе пару именно. И вот мне очень понравилась Алтушка, как раз Алтынай, Алтушка мы ее так и называем. У нее необычайный ребенок просто. Ну, как зажигалка такая она. Именно. Опять энергия очень. Да, энергия такая она как раз. Мы к тому лету тоже говорили про энергию. То есть да, самое да, главное вот, в исполнителе да, это энергия. Да, энергия обязательно, без этого никак. Оно потому что передается уже и зрителям, зрителю, и да? людям. Я да. Тепло, спросить. Огонь такой. Там искорка маленькая, она раз, пламя такое. От пламя тепло идет, а тепло это раздается как раз зрителям. То есть зритель полюбит исполнителя только в том случае, если будет это пламя. Алтынай, енді осы бойыңдағы қасиеттерді әрине алдымен осы жетекшіңнен үйрендің деген ойдамыз. Ал енді ән өнеріне жалпы қалай келдің, кім әкелді? Мысалға жаңа Бағдаулет айтып өтті, оның отбасында ата-анасы ән салады екен, түрлі музыкалық аспаптарда ойнайды. Ал сенде қалай? Менде де отбасым өнерлі. Менің анам, ол вокалдан береді мектепте. Ол өзі кішкентай кезінде студент болған кезде бас қобызда оқыған. Мен 2 жастан бастап ән айтамын. Отбасымда әпкелерім, 4 әпкелерім бар. Мен үйде 5-ші ең кенжесімін. Солардың 2 әпкем, ең үлкенмен және 2-ші әпкем өлең айтады. Және де мен біз нағашыларымыздан тарағанбыз өлең айтқанды. Яғни сен де өнер отбасынан шықтың. Спасибо, Алтынай. Спасибо, Собор. Ну что ж, сегодня много говорим о музыке и много слушаем музыку. Я предлагаю еще несколько минут уделить этому прекрасному искусству. Я Юрий Дрсетас, ендеше дәл қазір тағы бір әсем әнге құлақ тірейік. Өзгелер көзінше, өзгере қаласың. Сен болсаң
Қымбатты көрермендер, бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Алтынай, саған тағы да қолқа салғым келіп отыр. Қонақ кәде сұраймыз. Енді қандай әнмен қуантасың бізді? Мен «Казахстанская звезда» деген әнді орындайтын болам. С детства стремилась я в мир красоты, и примеряла я лучи звезды. Папа и мама пророчили мне выступать в Нью-Йорке и в Москве. Детские шалости в прошлом давно, но звездой видно быть суждено. Музыка, танцы и бег по утрам, день написан строго по часам. Раздаются в такт аплодисменты, я на сцене словно в первый раз. Все вокруг кидают комплименты, говорят, певица супер-класс. Я стою с роскошными цветами, льются призовения рекой. Сыпятся послания и в любви признания, как приятно все же быть звездой. Мы будем надеяться, знаешь, что это пророческая песня, что все это обязательно сбудется. Алтынай, саған сұрақ қойым келіп отыр, енді осы ән таңдауда кім көмектеседі? Жетекшіңмен ақылдасасың ба, әлде өзің ұсынасың ба? Мен әрине жетекшіммен ақылдасам, себебі жетекші үйретеді сені, білет бәрін. Осы жетекшіммен ақылдасқан дұрыс деп ойлаймын. Көбіне саған қандай әндер оңайға түседі? Қандай әндерді орындағанды жақсы көресің? Мен ағылшынша әндерді, орысша әндерді көбінесе айтқанды ұнатамын. Себебі мен оларды айтқанда өзімді бос сезінемін. Анда түрлі вибрациялар істеуге болады. Анда осында көрсетуге болатын әндер. Иә, соны жақсы көремін. А на каком языке сложнее всего петь? Сложнее всего на французском петь. На французском? Да. Ты что, не знаешь, что французском? Нет, я учу песни на французском. Она, получается, песня у Индила, девушка. И вот я хочу ее исполнить и постараться. Я ее вот скоро выучу и... может, с конкурсом. Она, можно сказать, да, больше всего там слова тяжелее проговаривать. Почему? Потому что надо немножко картавить? Нет, у меня, да, есть, может, такой картавить или как там, потому что вот эти вот «г» или как вот, там вот говорят, это есть вот это вот тяжело, да. Вот, да. Самое сложное, думаю, во французском языке. Я французский, қиындығысы. А енді қазір ән қоржыныңда қай елдің әндері бар? Жына ағылшынша дедің, орысша? Ағылшынша, көбінесе менде қазақша әндер. Ағылшынша, орысша және қазақша. Енді француз тілі қосылады. Енді француз тілі қосылады. А потом что дальше? Дальше французский, потом испанский. Дальше посмотрим, какие песни будут. Ну, то есть нужно здесь еще выбирать, опять же, под ребенка, я правильно понимаю? Да, да, да. Ребенок не может исполнить все песни. Ну, все равно ребенок, он хочет высказать что-то внутреннее свое, что-то там есть, и она хочет высказать именно. И она поэтому подбирает. И вот ваша задача, как руководитель, еще понять, что хочет высказать ребенок, и подобрать соответствующую песню. У вас очень сложная работа. Вам психологами нужно быть при этом? Да, да, тоже психологом надо быть. Потому что даже маленький просто ребенок, вот, я уже говорил, что он может и заплакать же. Вот тоже надо как-то подойти и по-отечески, и как мама, и как отец, вот. Чтобы почувствовал ребенок тепло именно, заботу. А у вас есть дети? А, нет. А вот когда будут, вы их отдадите в музыкальную? Конечно, обязательно. Сферу? Обязательно. То есть есть такая мечта всегда? Да. А вы сколько лет уже в этой системе? Ну, я пришел с 2004 году. В четвертом году. Да. То есть достаточно долго уже вы занимаетесь музыкой? Да. Вот поэтому, наверное, если бы... мне не нравилось, я уже ушел бы. Я всегда задаю вопрос, вот руководителю вашей студии тоже задавал. Вот вопрос такой, никогда не хотелось сменить род деятельности? Не возникало желания никогда вот бросить музыку, заняться чем-то принципиально другим? Нет, это мое. Я поэтому не променяю даже. Вот за что я люблю творческих людей, это вот за такую убежденность в своей профессии, в своей работе, что я никогда от этого не смогу отказаться. Что это вот мое, я готов посвятить этому жизнь. Это уже внутри. Это вот достойно уважения. Это моя жизнь, поэтому... от него никуда не денется. Алтынай, сұрағымды саған қойғым келіп отыр. Жалпы кез келген салада, әсіресе кішкентай балалар, өзінен үлкен ересек, осы өнер биігіне шыққан жұлдыздарға қарап еліктейтін арас. Өзіңнің осылай еліктейтін үлгі тұтар тұлғаң бар ма?
Я мен көбінесе Роза Рымбаеваға қарап әнші болғым келеді. Себебі ол өте үлкен әнші, оны барлық Қазақстан біледі. Сондықтан да мен Роза Рымбаева сияқты әнші болғым келеді. Армандарың орындалсын. Ал енді мектепте, негізі қай мектепте оқисың сен? Мен бірінші. Бірінші мектепте. Мектепте қандай бір іс-шара болмасын, міндетті түрде алдымен сені шақыратын шығар. Мектептегі мұғалімдерінің көзқарасы қандай? Жоқ, әрине басқа балаларды шақырат, менді шақырат, бірақ мұғалімдер Алтынай, қалың қалай деп сұрап жатады, қал жағдайынды, қалай конкурстарға қатысып жатсын ба деп солай. Яғни мұғалімдерінде немі қолдау білдіріп отырады. Иә. В школе часто петь приходится? Ну да. На всех концертах, наверное, да. Впереди планеты всей. Да. Когда номера, когда вот день пожилых было, я тоже выступала там. Никогда не отказываешься, всегда поешь? Нет, я люблю петь. Только приходится не петь, когда у тебя горло болит или еще что-то. Вот еще важно следить за своим здоровьем, да, постоянно? Да. То есть ребенок, который поет, он, как все остальные дети, не может просто пойти поесть мороженое. Он сначала должен подумать о том, чего это может стоить. Енді сен өзіңнің дауысыңды қалай көтесің? Қандай да бір жаттығулар жасап, үйде немесе мысалға жаңа айтып өткенде ауырып қалмас үшін, немесе дауысың жақсы шығу үшін? Иә, мен күнде распевка жасаймын, вокалға барып распевка жасаймыз, өлең айтамыз студияда. Күнде де упражнениялар солай жасаймыз, сонда мен дауысымды осылай күтемін. Укрепление голоса идет. Вот надо дальше чем планируешь заняться? Также музыкой заниматься? Дальше да. Развиваться как певица или как педагог, может быть, со временем? Начать Нет. учить кого-то? Я хочу стать певицей, но я знаю, что эта профессия очень тяжелая и понимаю, что это такое. Потому что с вот маленьких лет надо знать и определяться своей профессией. Я уже хочу стать певицей, не педагогом, именно певицей. Просто мне это очень нравится. Как бы можешь. Это тяжело, да, но ты становишься все знаменитой и исполняешь свои песни, которые ты выдумываешь. Ну, может. Но самое главное, что тебе да. это нравится. Да. Будем надеяться, что у тебя все получится, у вас, что в дальнейшем будете развиваться как музыкант, спасибо. Что все будет очень здорово, и вашу студию ждет большое будущее. Спасибо. Сколько мы посчитали? За 23 года ваша студия уже добилась замечательных результатов, да, поразительных. Хорошо. Будем надеяться, что в дальнейшем они будут только улучшаться. Я осындай Алтынай сияқты, жаңа Бағдаулет сияқты, және елімізге танымал басқа да осы студияны төлеп ұшқан әншілер сияқты, осындай өнерпаздарды тәрбиелеп отырған сіздердің орталықтарыңызға үлкен табыс тілейміз, жеңістер тілейміз. Осындай кішкентай жұлдыздардың бағын жандырып, биіктерге көтере беріңіздер. Енді сіздердің тараптарыңыздан тілек естісек. Туда. Побольше талантливых детей. Ну, в каждом ребенке есть природа, которая заложена в ребенке. И самое главное, чтобы родители увидели это, эту природу. И чтобы она развивалась и развивалась. Ешқашан да ауырмаңыздар, таланттарыңызды жасырмаңыздар. Это же огромное спасибо. Спасибо вам за то, что сегодня пришли, рассказали нам много интересного о самом конкурсе, о своем участии, о музыке в целом. Будем надеяться, что все у вас будет на самом деле очень здорово, и все ваши мечты и желания сбудутся. Ал Алтынайға алдағы байқауда жеңіс тілейміз. Что ж, уважаемые телезрители, наш эфир плавно подходит к концу, и сейчас нам с Айгулей хотелось бы послушать еще одну музыкальную композицию. Внимание на экран. Жасын бүттіп білім, қайтетсе бүттілім қаласын. Жанымыз
кешігіп қайтасың, көп сылтау айтасың, хабарсыз жоғалып кетесің. Достарды көрдім деп, амалсыз көрдім деп, есіңе түскенде жетесің. Осы жерде тоқта, осы она бауытта, еркектің болжасы далада. Қойшы, айт қызбай сезе біл, шын сезен төзе біл, өмірде бәр оңай болама. Мен сені сүйемін. Осымен бізге берілген эфир уақыты өз мәресіне келіп жетті. Біз өздеріңізбен қоштаспаймыз, тек дүйсенбіге дейін аман сау болыңыздар дейміз. Уважаемые телезрители, спасибо, что были с нами все эти полтора часа. Всего вам доброго, хорошего дня, успехов во всех начинаниях. Увидимся в понедельник.